Со вступлением Италии во Вторую мировую войну ее промышленные центры и другие стратегические объекты стали потенциальными целями для бомбардировщиков противника. И хотя после выхода Франции из войны единственный противник Англия не располагала еще достаточно мощными соединениями бомбардировочной авиации, способными причинить сколь-нибудь заметный ущерб, психологический же эффект от изредка появлявшихся над Турином и другими городами британских бомбардировщиков был довольно значителен. Дуче загорелся идеей возмездия – организации налетов Реджия Аэронаутика на объекты на Британских островах. Но поначалу, обратившись с подобным предложением к германской стороне, итальянцы получили отказ. Командование Люфтваффе считало, что сможет самостоятельно разобраться с противником. Однако вскоре потери, понесенные в ходе битвы за Британию, вынудили принять помощь Италии. Сентября 1940 года был официально сформирован итальянский воздушный корпус – Corpo Aereo Italiano. В его состав вошли два бомбардировочных «Стормо» – 13-й и 43-й, вооруженные двухмоторными машинами «Фиат» БР-20М по 37 самолетов, а также 172-я отдельная разведывательная эскадрилья с трехмоторными самолетами «Кант» Z-1007-БИС – 5 машин. Для их прикрытия сформировали новый 56-й истребительный «Стормо» в составе 18-й группы, 83-я, 85-я и 95-я авиационные эскадрильи, вооруженной «Фиатами» ЦР-42. А также 20-й группы, 351-я, 352-я и 353-я эскадрильи, тоже с «Фиатами», но монопланами, G-50BIS. Самолеты корпуса не проходили никаких доработок для лучшей адаптации к новому театру и зимним условиям. Ни в оборудовании, ни по окраске. Все они несли стандартный крапчатый итальянский камуфляж того периода, в котором на верхних и боковых поверхностях поверх базовой песочно-желтой краски наносились мелкие пятна двух цветов – зеленого и коричневого. А нижние поверхности были серыми. Серая краска была единой для всех итальянских ВВС. А остальные одновременно использовались в двух-трех разных по оттенкам вариантах. И немцы, и англичане впоследствии отмечали чрезмерную яркость и игрушечность окраски итальянских самолетов и ее явную тропическую направленность, плохо сочетающуюся с серым небом и унылыми наземными пейзажами северо-западной Европы. Вскоре после прибытия итальянцев на фронт в окраске были введены желтые элементы быстрого опознавания германского типа, которые на истребителях использовались повсеместно, а на прочих типах только на части самолетов. Перелет на север начался 27 сентября,
и в условиях плохой погоды над Альпами итальянцы понесли заметные потери. 5 бомбардировщиков разбилось из-за отказов техники и ошибок экипажей, имевших малый опыт полетов в сложных метеоусловиях. А еще 12 совершили вынужденные посадки на первых подвернувшихся аэродромах. Истребители вылетели позже, и им повезло больше. Был потерян только один G-50. 22 октября части корпуса были признаны готовыми к бою. К этому моменту на бельгийских аэродромах сконцентрировались 75 бомбардировщиков БР-20М, 95 истребителей, 50 ЦР-42 и 45 G-50 и 5 разведчиков Z-1007БИС. Всего 175 боевых самолетов. Первой боевой операцией итальянских ВВС на Западном фронте стал проведенный в ночь на 25 октября рейд на Харидж и Феликстоу, в который были отправлены 18 бомбардировщиков БР-20М. Один самолет разбился вскоре после взлета, а остальные успешно выполнили задание, хотя и не добились сколь-нибудь заметных результатов. На обратном пути три экипажа потеряли ориентировку и полностью выработали топливо. При этом два из них воспользовались парашютами, а третий совершил вынужденную посадку, разбив самолет. Второй рейд, на этот раз дневной, состоялся 29 октября. Целью был порт Рамсгит, бомбить который отправились 15 бомбардировщиков 43-го «Сторма» в сопровождении целой армады истребителей — 39 ЦР-42 и 34 G-50. Одновременно в воздухе находилась группа немецких истребителей, летчики которых были проинструктированы при необходимости прийти на помощь союзникам. Три бомбардировщика прекратили выполнение задания из-за отказов двигателей, а остальные в плотном строю вышли на цель, сбросив на нее в общей сложности 75 бомб. Рядом с ними, крыло к крылу, как на параде, шли истребители. Королевские ВВС никакого противодействия этому налету не оказали, но 5 аистов получили повреждения от зенитного огня, и один из них плюхнулся на брюхо, едва дотянув до бельгийского берега.
11 ноября итальянцы осуществили масштабный по меркам ограниченных сил корпуса и скоординированный с Люфтваффе налет на порт Харидж с одновременным отвлекающим рейдом на Грейт Ярмут. Операция получила наименование «Чинзано». На ложную цель летала 172-я эскадрилья в полном составе, эскортируемая истребителями G-50. Но англичане на эту группу вообще внимания не обратили, и единственным итогом стало то, что несколько летчиков-истребителей вернулись с вылета с серьезными обморожениями лица. Главный рейд проводили 10 бомбардировщиков 99-й группы, каждый из которых нес по 3 250-килограммовые бомбы. Эскортировать их должны были истребители ЦР-42 и G-50, а также немецкий БФ-109. Но из-за плохой погоды обе группы истребителей-монопланов вскоре повернули назад. Задание пришлось выполнять только пилотам бипланов. Англичане, по данным радиолокаторов, своевременно нацелили на перехват 3 эскадрильи «Харрикейнов» и 1 эскадрилью «Спитфайров». Летчики эскадрильи «Спитфайров» противника так и не увидели. Но две другие эскадрильи «Харрикейнов» одновременно вышли в атаку на бомбардировщики с двух сторон. Спитфайры в это время столкнулись с итальянскими истребителями и провели с ними скоротечный бой, в котором никого не сбили, но помешали вовремя прийти на помощь подопечным бомбардировщикам. Маневренные итальянские истребители оказались достаточно трудным противником, но в целом преимущество было на стороне англичан. Через некоторое время противники стали постепенно выходить из боя и брать курс на свои базы. На обратном пути группа итальянских истребителей вновь наткнулась на прикрывавший транспортные суда патруль «Харрикейна» и провела еще один воздушный бой. На победные реляции противники не поскупились. Всего по итогам воздушных боев с итальянцами английская сторона засчитала себе 9 сбитых и 1 поврежденный БР-20, а также 5 сбитых, 4 предположительно сбитых и 3 поврежденных ЦР-42. В свою очередь, итальянцы насчитали 9 британцев сбитых своими истребителями, а еще один заявили воздушные стрелки бомбардировщиков. На деле было сбито всего 3 итальянских бомбардировщика, 2 из них упали в море, а еще один экипаж из 243-й эскадрильи совершил вынужденную посадку на британской территории и попал в плен. Британские ополченцы с интересом изучают содержимое бортового продуктового пайка, сбитого 11 ноября бомбардировщика Fiat BR-20M. Истребителей на самом деле было сбито 2,
Самолет из 83-й эскадрильи упал в море, а Фалько из 95-й эскадрильи плюхнулся на суше, снеся шасси. Поскольку неспособность итальянских истребителей действовать над Британией стала вполне очевидной, бомбардировщики Corpo Aereo Italiano перешли исключительно к ночным действиям. Последний такой налет имел место в ночь на 3 января 1941 года. А уже 10 января большинство частей Corpo Aereo Italiano вернулись на родину. Их ждало переформирование и отправка в Северную Африку и на Балканы. Вот так бесславно закончилась итальянская битва за Британию.